Добрый день всем! Меня зовут Анжела, и сегодня мы продолжаем осваивать VBA в PowerPoint. Пару дней назад я показала вам небольшой интерактивный плакат, где при нажатии на кнопку открывалось дополнительное окно с грамматикой и примерами. Я пошла чуть дальше и добавила к ним вкладки, чтобы уместить на одном слайде еще больше информации. И вот что у меня получилось. Окно с комнатами и небольшим их описанием. Также грамматические правила с типами предложений и различными примерами. И тексты для чтения. Это такие небольшие примеры, которые помогут детям в дальнейшем подготовить рассказ о своем доме. Сейчас давайте покажу, как это сделать. Скажу сразу, это самое простое, что может VBA. Сначала нам нужна кнопка, которая будет запускать или открывать новое окно на слайде. Чуть позже мы пропишем для нее код, очень легкий, кстати. Но перед этим нам необходимо зайти в свойства на панели инструментов и отредактировать нашу кнопку. В поле Caption вводим название, которое будет отображаться на ней. Далее мы настроим шрифт, обязательно в поле Font. Я выберу шрифт Montserrat. Начертание жирный и возьмем размер, допустим, 20. Теперь я хочу еще поменять фон кнопки. Для этого переходим в поле Back Color и устанавливаем новый цвет. Смотрим, если что-то нам не нравится, мы всегда это можем поменять и сделать так, как более подходит к нашему слайду. Следующий этап будем выполнять Visual Basic. Нажимаем на панели инструментов, и перед нами открывается окно, где мы и будем создавать наши вкладки. Нажимаем Insert, User Form, растягиваем границы окна, чтобы у нас была достаточная область для размещения элементов. Обязательно мы откроем окно Свойств, чтобы редактировать объекты, и после этого уже приступаем непосредственно к наполнению этой формы. Нам на панели Toolbox нужно выбрать Multi-Page и разместить ее в нашем окне. Если мы нажмем правой клавишей мыши на вкладке, то можно добавить столько вкладок, сколько нужно. У меня их будет 4. Дальше, как и делали мы с кнопкой, нужно переименовать вкладки в поле Caption. Пусть это будут названия комнат, спальня, кухня, гостиная и ванная. И, наверное, стоит нам поменять и увеличить шрифт. Для этого мы выделяем весь элемент и в поле Font меняем шрифт. Я выберу снова Montserrat, обычное начертание, размер 14. Ну и сейчас будем наполнять каждую вкладку. Для этого вставим элемент рисунок, размещаем его по всей ширине и по верхнему краю. Теперь загрузим подготовленный заранее рисунок комнаты. Переходим в поле Picture, нажимаем на три точки и выбираем картинку, сохраненную на нашем компьютере. Как вы видите, картинка не совсем видна, нам нужно уменьшить масштаб и вписать в рамку. Для этого выбираем Picture Size Mode и значение 3. Отлично, но я бы еще удалила фон. Для этого в Back Style ставлю значение 0 и рамку тоже. Body Style выбираю 0. Теперь мы добавим текст, выбрав элемент Label. И аналогичным образом я меняю текст в поле Caption, шрифт, фонт. Я выбираю то же самое, чтобы все у меня было в таком едином стиле. И делаю выравнивание по центру. Также я уберу фон, он мне в данном случае уже не нужен. Ну и сейчас я просто выделяю эти два элемента, картинку и надпись, копирую и вставляю на все последующие вкладки, поменяв рисунок и надпись. Конечно, если нужно, можно изменить расположение объектов на ваше усмотрение. Я пока оставлю так, чтобы у меня все вкладки были однотипными. Всю подготовительную работу сделали, вкладки готовы, кнопка есть. Переходим к написанию кода, чтобы, нажав на кнопку, открылось новое окно с вкладками.
Для этого двойным щелчком открывается окно, где мы пропишем лишь одну фразу между private sub и end sub. Это у нас будет useform4.show, то есть показать четвертую пользовательскую форму, так как мы создавали вкладки именно в ней. Все это закрываем и готово. Можно проверять. Кстати, название самой формы я забыла поменять, чтобы у нас было вверху не UseForm 4, а Rooms, например. Вот так, оказывается, легко и просто создавать пользовательские формы и вкладки. Всем спасибо за просмотр, удачи и до встречи!